Всем привет! Меня зовут Катя, и я очень рада, что вы сегодня заглянули ко мне. У меня макияж, как и в предыдущем видео, потому что я все снимаю в один вечер. У меня как раз было сегодня две посылки. И, как я и говорила уже, что у меня ноябрь – это черная пятница. Я планирую, собираю, можно сказать, к ноябрю какую-то сумму денег и планирую свой уход на полгода вперед. И я покупаю японскую косметику, поскольку на Меланпанде, там, где я всегда покупаю, бывают два дня в ноябре. Это уже второй год, 11-11, когда дается скидка 10% абсолютно на все продукты. Вот у меня первая посылка сегодня и пришла с 11 числа. И сейчас тоже проходила, и, по-моему, сегодня еще проходит черная пятница. И там уже не на все продукты скидки, на определенные группы, но это и бюджет какой-то, и дорогой люкс на уход, можно выбрать себе какую-то достойную серию, можно даже не одну, а несколько, просто потому что скидки бывают там и 30%, и 25%, и можно просто что-то для себя составить прямо, ну, даже прямо и на год можно составить. Я стараюсь вообще уход, какие-то запасы не делать, это у меня декоративки полно, а уход я вот, наверное, так. Я, конечно, в течение года все время что-то на панде покупаю, витамины какие-то, там еще что-то, мелочи какие-то, но такой основной уход, то, что вот дорого и какие-то серии, я покупаю в ноябре, и как бы что-то взамен на что-то. И сейчас у меня многое, вот, допустим, это первая самая посылка, она так была у меня организована, что то, что я уже подходила к концу или закончила японское, я заменила. Есть какие-то вещи, которые я уже повторяю, которые мне очень нравятся, есть что-то новое. И сегодня вот хочу как раз поделиться, что новое взяла. В общем, если вам интересна тема ухода, японской косметики, приглашаю к просмотру. Так, я сразу все вытащила из коробки, чтобы не шуршать пакетами. И уже вот этот крем распаковала, сняла эту защитную следу пленочку. И хочу тоже сразу отметить, что с благодарностью, что мне прислали вот эти пробники, которые я хотела от Либереста. У меня уже был в прошлой посылке крем, но я захотела еще что-то из этой серии, потому что крем понравился. И я подумываю о том, чтобы приобрести ее на будущее всю. И, а в этот раз вот такие покупки. Хочу начать с... Это даже не крем, это именно такой уход за руками. Тут даже не написано, что крем, написано, что тритмент. И в описании сказывала, что это, скорее всего, похоже на сыворотку больше, чем на крем. И то, что это не та вещь, которую ты намазал и сразу пошел. Что нужно дать немного времени, чтобы все впиталось. Поэтому я себе взяла это как ночной уход, чтобы у меня это работало вот на пару... с Диором, средство для ногтей, это будет для рук, такое как спа, потому что у меня есть, конечно, такие в каждодневной жизни какие-то аптечные средства в сумке, у меня все время такой крем Сифора болтается, но хочется чего-то приятного, серьезного, какую-то себе процедуру делать перед сном, и давайте тогда сразу посмотрим текстуру. Тут состав тоже, конечно, как всегда, потрясающий, и тут входит и ботанический комплекс высокой концентрации, там повышает влагоудерживающую способность, эластичность кожи. И что важно тоже, как вот во многих средствах я заметила, японских, описывается, что когда идет увлажнение, оно идет на весь роговой слой кожи. Это тоже, наверное, вот эта глубокая проникаемость, скажем так, тоже важна, потому что это точно не во всех средствах есть. И... посмотрим, как выглядит. Да, он даже не похож на крем, он вот такой похож на густую сыворотку. Сейчас посмотрим, аромат уже чувствую. Какой-то, может быть, фруктовый, какой-то грушевый, я не знаю. Да, это будет как вот такая густая сыворотка, поэтому у меня будет это ночной такой уход, и я, конечно, через время поделюсь. Тоже был этот крем сейчас и на распродаже во время Черной пятницы со скидкой, но, по-моему, уже весь выкупили. Вот такое атоксия средство первое. А потом я тоже взяла, это уже второй раз я беру, я показывала в пустых банках, что мне эта сыворотка, такое чувство, что она мне немного подтягивает мои поры, которые пытаются разойтись с возрастом по сторонам. Во-первых, мне нравится...
то, что здесь хороший объем 50 мл. Это профессиональная косметика, и я использовала летом часто даже соло эту сыворотку. Мне она нравилась очень, потому что мне увлажнение, она такая не супер какая-то, не липкая. Ну там минимально, вот сразу, когда наносишь, что-то чувствуешь, но потом это проходило чувство. Много, рабочая, удобная в использовании. Сейчас я тоже использую японскую, но она мне нравится чуть меньше. Она справляется со всеми обещаниями, увлажняет. Но вот это для жирнокожиков, мне кажется, как-то более такой идеальный вариант. Так что я ее уже повторяю, беру второй раз. Что я еще взяла? На пробу взяла, тоже начиталась супер хороших отзывов. Вот такой крем-маска для век. Впечатлил лаконичный дизайн. Смотрите, какая красота. Крем для век. Вот эта крышка, это просто такой, что-то какое-то воплощение минимализма. Миниатюрная лопаточка. Я заканчиваю тоже свой японский вот этот вот гель. Мне он очень нравится. Им очень удобно массажировать зону под глазами, хорошо увлажняет, супер. Думаю, что летом я бы даже взяла его еще раз, но просто в магазине всегда появляются новинки тоже какие-то, и хочется пробовать разное. Сейчас я решила вот это даже с охлаждающим эффектом, там в описании было сказано, что можно и как крем, и как маску наносить, что увлажняет, питает. Тут 13 грамм. Выглядит такая довольно-таки как такой плотный крем. Так, чуть-чуть возьму, попробовать. О, сразу впитывается. Приятное тоже такое чувство. Как будто, ну не холодок, но такое что-то интересное. Попробую, тоже поделюсь. Я думаю, что на зиму должен быть хорошо, потому что если тот вот у меня, который заканчивается, он прямо как водичка такой, то этот как крем. И из этой же тоже линии я взяла, это мне порекомендовала Инга, это эссенция, но она защищает тоже жирнокожиков вот от тональных каких-то средств, от санскринов, что кожа выглядит лучше, не такая капризная. И тоже, опять же, это красивая лаконичная упаковка. Здесь еще такое вот свечение. Выглядит очень красиво. Но я сейчас не буду смотреть пока что консистенцию, потому что я очень хочу побыстрее закончить свою вот эту Dream Skin, этот вот как бы праймер, сыворотку. Мне, если честно, она, ну так, не так нравится, как ее описывают в отзывах, что она там идеальная и супер. Так что я собираюсь потом... Это не совсем, конечно, праймер, это эссенция, но вот у меня тоже на эту вещь большие надежды, потому что это рекомендуют именно перед макияжем наносить. Так, дальше. Это я уже покупаю постоянно. Это очень классная штука, особенно когда зимой, если приходится носить маски, остаются такие следы постакне, это очень быстро, хорошо справляется с ними. И у меня недавно закончилась, я показывала в пустых банках, и я ее просто периодически заменяю. Так, дальше я вот из этой же линейки, от которой у меня крем для век, я взяла средство для губ. Отзывы противоречивые на сайте. Одни пишут, что классно, другие пишут, что вообще ни о чем. Поэтому мне, когда какой-то такой продукт спорный, мне обязательно нужно самой убедиться, что он из себя представляет. Например, есть такие... Я так понимаю, что здесь много гиалуроновой кислоты, наверное, в этом в серуме для губ. Есть такие средства, по-моему, филерина называются. Там тоже они как бы без всякого иглоукалывания, тоже на основе вот гиалуроновой кислоты массаж. И там объясняют такую важную вещь. Когда делаешь какие-то такие процедуры, нужно пить очень много воды. Поэтому вот с этим средством для губ я тоже так попробую. Так, какая у него консистенция? Да, он такой как гель. Как гель обыкновенный, но буду смотреть тоже результат. Сейчас я использую по уходу корейский Laneige, который 4 в одном. Но вот хочется чего-то такого интересного. Так, еще я взяла... Тоже, так, где тут мое? А, еще таких два средства. Это очищение.
прочитала в отзывах, что это очень популярная штука в Японии. Это бальзам для очищения для кожи с расширенными порами. У меня закончился, будет в пустых банках, тоже японский, вот этот от Nursery, бюджетный, чуть больше, не помню, может 15 евро. Отлично справляется со снятием макияжа, такая кожа приятная, но захотелось вот этот, раз его так хвалят. Так, тут есть тоже вот эта лопатка. А, вот так он выглядит, тоже такой. Пока что не буду его набирать. Потом поделюсь впечатлениями. Очень удобная банка. И его на сайте есть несколько видов, но я брала именно для расширенных пор. И еще вот этот крем, это гель. Он с такими желтенькими, золотистыми частичками. Это Кундзин Q10, по-моему, я читала. И он у меня тоже был в Атлеванте. Это так здорово. Вот здесь всегда можно в Атлеванте попросить. Например, выходит какое-то новое средство. И если сомневаешься, всегда можешь при покупке попросить Атлевант. И тебе присылают в такой вот маленькой баночке. И тогда потом легче для себя решить, хочешь брать полный размер или нет. Я вот это попробовала и сразу же взяла полный размер. И жду еще один, потом придет крем. Но этот, наверное, уже начну сейчас, потому что мой с прошлой черной пятницы вот эта линейка закончилась. Мист очень нравился, а гель вот этот серум такой был... Не всегда с ним легко было, скажем, нужно было так поиграться, чтобы он не давал липкости при нанесении. И сейчас у меня такой вот европейский крем, это я получила с Филоник в подарок, мне он не нравится вообще. Я уже даже не понимаю, как он набрал столько хороших положительных оценок на сайте. Мне как-то вот, я не знаю, впитываемость очень его не нравится, а вот этот гель... Он и питательный, тоже такая миниатюрная, замечательная лопатка. Он и питательный, но в то же время он гель, поэтому он не такой тяжелый. И вот так выглядит. Отличная штука. Я жирнокожек. И мне понравилось. Конечно, я не беру его там супер много, но ощущения очень приятные. Вот, так что он у меня будет сейчас, я думаю, и на утро, и пока что на вечер, наверное. И тут тоже акцентируется то, что... ухаживает за порами и тоже немножко подтягивает. Так, и что последнее в этой посылке? Я взяла тушь Дежаву. У меня закончилась только вот эта красная удлиняющая. Я ее использовала гораздо больше, чем 3 месяца. Для тех, вот, кто любит натуральный такой эффект, это просто супер. Такие красивые были длинные коричневые ресницы. А сейчас я взяла взамен вот эту, которая увеличивает, не удлиняет, а объем придает. Сейчас посмотрю кисточку. Тоже такая коричневая. И кисточка выглядит супер удобной. Потом поделюсь, расскажу как. Мне нравится этот коричневый цвет в японской косметике. Всегда тоже на выбор черный, коричневый. В общем, эту тушь я оценила. Мне понравилась очень. И потом расскажу, как это. Это вот такая первая партия пришла. Большое спасибо, что досмотрели это видео до конца. Ставьте лайки, подписывайтесь. До новых встреч. Пока-пока.